Друзья, всем привет! Вот решил выбраться на рыбалку в черте города. Есть такая речушка у нас. О, крысы плавают. Попробуем половить окушка. Что с этого выйдет, я вам покажу, если получится что-то либо поймать. Ну, поехали. Ну что, друзья, уже 2 часа кидаю спиннинг и ничего, ни одной поклевки, ни одного тычка. Там сидит мужичок один, ловит уклеечку. Я у него спрашивал, он говорит, что тихо, рыба молчит. Вот, друзья, ходил по берегу, кидал спиннинг. Вон, опять крыса плывет. И что меня больше всего удивляет, что это городской пляж в черте города. Частный сектор, чтобы вы понимали. Вот смотрите, забор, вот речка. Натянута проволока. Пройти дальше по берегу невозможно. И вот так вот весь берег заделан заборами. Там, кстати, у них свои сижи вдалеке. Пройти нереально. Но мы возвращаемся. Будем пробовать ловить там. Пока безуспешно. Но мы не отчаиваемся. Вот так вот мы и живем. Кто-то себе заборы в речку ставит, людей не пускает. Хотя это пляж в черте города. А кто-то уже занимается огородами. Тут же возле речки. Вот женщина идет, набрала ведра воды. Конечно, срач полнейший. А вот огороды, куда люди идут от безысходности. Ладно, продолжаем ловить рыбу. Ну что, друзья, уже 4 часа хожу, кидаю спиннинг, и нигде ничего. Только наблюдаю вот за грязным берегом. Сами рыбаки оставляют после себя грязь. Очень неприятно, очень некрасиво. Пришел в такую небольшую затоку от речки. И вот на той стороне стоят ребята, ловят, щурят грамм по 300, по 400 на живца. Побросаем здесь сейчас спиннинг, попробуем, может что-то получится. Ну что, друзья, обкидал берег с этой стороны. Вот, тишина. Сейчас перейдем на эту сторону. Если нет, будем закругляться. Что-то мне с открытием сезона не повезло, скажем так. Водичка чистая, а рыбы нет. Или рано еще. Хотя смотрю в ютубе, люди ловят и окушка. Хотелось выйти половить котиком. У нас много котиков, кошечек. Но пока, скажем так, не везет. Сейчас побросаем еще спиннинг вот здесь. Если нет, тогда уже будем возвращаться домой. Открытие сезона у меня неудачное. Обошел всю нашу речку в черте города, где можно было, обкидал. Кидал разный силикон. И тишина.
может, погода такая, вчера дождь был, сегодня на вечер передают дождь, может, давление, не знаю. Ну, зато отдохнул, получил удовольствие, побывал на реке. Это только начало, сезон скоро начнется, пока запрет, ездить никуда нельзя. Вот. А с июня месяца начнем, откроем лодочный сезон, посмотрим, может, там удастся нам поймать хороших трофеев. Все, друзья, всем, кто смотрел, огромное спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И, ребят, единственная просьба, если где-то отдыхаете, не оставляйте за собой мусор. Вроде бы скамейка, все красиво, все удобно, вход в воду, но куда ни глянь, везде мусор. Я думаю, это не только на Украине, это и в России, и в Беларуси есть везде. Это все зависит от людей. Сами рыбаки свинячат, потом опять же приедут на это же место ловить рыбу, но тут везде срач. Берегите природу, всем ни хвоста, ни чешуи, больших трофеев, удачи, всем пока!